Если прогуляться по Хабаровску и узнать у местного населения, какой вид спорта номер один в их городе, то футбол на первое место поставит каждый третий, а то и четвертый житель Хабаровска. Лидирует в этом рейтинге, естественно, хоккей, а конкретно Амур, выступающий в КХЛ. У футбольной Скайэнерги, играющей в ФНЛ, шансы догнать по популярности хоккеистов в этом сезоне как никогда велики. Команда находится на высших строчках турнирной таблицы и всерьез рассчитывает попасть в высший свет отечественного футбола. ДКА, ОДО, ДО, ОСК, СКВО, СКА и, наконец, Скайэнергия. Такие названия за свою довольно продолжительную историю носила главная футбольная дружина Хабаровского края. Клубные традиции берут свое начало в послевоенном 1946 году. Тогда при окружном доме офицеров была создана футбольно-хоккейная команда. Свой путь в высший дивизион отечественного футбола армейцы проходили с переменным успехом. То поднимались во вторую по силе лигу страны, то опускались в самые низшие дивизионы. С 2002-го хабаровские футболисты стабильно держатся в первом дивизионе ФНЛ. За это время армейцы заслужили звание клуба середняка. 13-е, 5-е, 8-е, 11-е места. Конечно, за эти годы и игрокам, и тренерскому штабу, да и болельщикам хотелось бы чего-то большего. Но реально рассчитывать на повышение в классе до сегодняшнего дня красно-синие вряд ли бы могли. Мы идем к этому медленно и верно. Медленно почему? Потому что не всегда удавалось, скажем, доказать, что футбол имеет право в Хабаровске именно на жизнь на высоком уровне. Потому что у нас, к счастью, опять же говорю, к счастью, у нас в Хабаровске есть и команда хоккейная, которая в КХЛ играет, и СКА «Нефтяник» по хоккею с мячом, которые очень серьезные и большие традиции. Была у нас волейбольная команда, поэтому есть куда обратить свой взор болельщикам. Внимание от руководства города и края, спонсорская поддержка. Все это пришло, когда футболисты сами, без больших гонораров, а лишь с огромным желанием и самоотдачей стали выходить на поле. Пришел результат, а с ним постепенно складываются все сопутствующие факторы. Для многих неожиданность, что клуб сейчас находится среди лидеров, но на протяжении последних лет также Хабаровск порой сотрясали и финансовые проблемы. Вот. Но, на мой взгляд, это такой замечательный город, и он просто не имеет шансов, чтобы не иметь хорошую команду. Однако, чтобы собрать боеспособный коллектив, руководству команды приходится серьезно трудиться. Как и во всех видах спорта, желающих ехать на Дальний Восток не так уж и много. В центральных районах, от западных, и не каждый специалист сюда поедет. И если собираются ехать, то, конечно, хотят и зарплату побольше, и чтобы условия были получше. Взращивать приходится местных игроков. Практика полезная и в Скайэнергии всегда давала положительный результат. Самым звездным выпускником дальневосточной школы по праву можно назвать полузащитника сборной России Виктора Файзулина. Тренеры нашли его в одном из клубов в Приморском крае и привезли в Хабаровск. Именно здесь к нему пришли первые успехи на профессиональном уровне. По Вике Файзулину видно было, что он самый первый приходил, самый последний уходил. Если команда выходной день, где можно увидеть Файзулина, так это на поле. Видно было, что он медленно, но верно идет к своей цели. В середине нулевых он забивал мячи ворота таких клубов, как Тольяттинская, Лада, Машук, КМВ из Пятигорска. Теперь же дальневосточник расстреливает ворота пятикратных чемпионов мира. Такое происходит, это гол! С пятого раза все-таки! Файзулин забивает мяч в ворота сборной Бразилии! Thank you.
Об атмосфере в клубе можно судить по предматчевым тренировкам. Несмотря на то, что задача у «Скайэнергии» не опуститься ниже четвертого места, напряженными и чересчур сдержанными игроки не выглядят. Наоборот, тренеры дают парням расслабиться и даже немного подурачиться на поле. Все по-домашнему, все хорошо друг к другу относятся, нет никаких каких-то таких негативных отношений, если там ты обращаешься к директору клуба, там, к тренеру, второму тренеру, к врачу, все тебе помогут, никто не откажет. Позитивную атмосферу в клубе, по мнению самих игроков, создает новый главный тренер Георгий Дороселия. В «Скайэнергию» он пришел во время паузы в чемпионате. Для него это первый опыт работы с российскими клубами. До этого он тренировал израильские и грузинские команды. Предложение из Хабаровска принял практически не раздумывая. Да, я знаю, эту команду я уже болел очень много лет, давно-давно еще. Я еще не работал здесь. Я знал, что за команда, куда я еду, какие условия, какой... ситуация, все я знал заранее. Когда меня предлагали уехать сюда, я согласился за это. Эту команду я знал еще давно. Еще где-то 5, 6, 7, 8, 9 лет я болел этой командой. Главный принцип тренера – не думать о прошедшем матче, как бы он ни закончился, победой или поражением. Выводы необходимо делать быстро и побольше времени уделять настрою на нового соперника. Надо всегда смотреть впереди. Уже закончится 3-0. Может быть, это была очень мой вот первый игра домашний, который мы очень плохо играли. Это будет последний, наверное. Я так думал, что это, я так принял, что это будет последний такой нашей плохой игры. Но полностью абстрагироваться у игроков, естественно, не получается. Особенно, когда находишься на верхних строчках турнирной таблицы и шансы на попадание в премьерку так высоки. Да хочешь не хочешь, просто там раз, где-то на сайт залез, посмотрел в таблице. А там подпирают сзади. Вот, поэтому ну, какой-то груз ответственности все равно лежит. Однажды армейцы уже были близки к элите отечественного футбола. Фанаты со стажем вспоминают, как в 1969 году хабаровский клуб остановился в одном шаге от повышения в классе. Хабаровчане на Дальнем Востоке выиграли зону, потом объединились с зоной Урала. Тоже уверенно в ней победили. Потом вышли в финальную пульку чемпионата, которая проходила в Симферополе, да, по-моему? Да. В Симферополе. И там буквально одного гола не хватило Днепропетровскому Днепру, чтобы наши забили. Ну, поправили. Тогда, в советское время, футбол был спортом номер один в городе. Чуть ли не на каждом матче 25-тысячный стадион забивался до отказа. В 1981-м Хабаровск принимал чемпионат мира по хоккею с мячом. Игры проходили именно здесь, на стадионе имени Ленина. Тогда же был установлен рекорд посещаемости арены. На матч СССР-Швеция пришли более 25 тысяч человек. В
2003-м на стадионе имени Ленина провели реконструкцию. Уложили искусственный подогрев поля, деревянные лавочки заменили пластиковыми сиденьями. Вмещать арена стала всего 15 200 человек. Но и такого количества болельщиков сейчас не набирается. Даже на кубковые встречи с командами из премьер-лиги хабаровчане приходят не очень охотно. Набирается максимум 10-12 тысяч. На рядовой матч ФНЛ и того меньше. Кто хочет, тот ходит, любую погоду. А кто-то вот летом, допустим, мимо идет, футбол, пойду к себе посмотрю. Сегодня Хабаровск – единственный город на Дальнем Востоке, где профессиональный командный спорт настолько развит. В элите выступают хоккейный «Амур» и «СКА-Нефтяник» – клуб по хоккею с мячом. Так почему бы и футболистам не примкнуть к этому списку? Тем более, что перспектива более чем радужная. Пока третье-четвертое место, дающее право на стыковые матчи. Да и до второго, при хорошем раскладе, можно дотянуть. Хочется привести сюда команду премьер-лиги, чтобы болельщики поймали немножко адреналина, да и немножко много. Поэтому вот скорректировали, давайте попробуем третье-четвертое стать. Хотя я прекрасно понимаю, что конкуренция очень высокая. Там 6 клубов, которые... И без нашего хабаровского клуба хотят туда попасть. Все хотят, потому что это, во-первых, и для каждого футболиста в отдельности большой плюс. То, что вышли в премьер-лигу, то есть это уже как бы какой-то статус. И, в принципе, и для команды, и для города это будет, ну, я думаю, вообще очень здорово. И только притянет болельщиков на стадион, и заинтересованных будет больше. Все лучшее сразу!